блядь. Думал, проскочу. Сейчас пойдем посмотрим. Что-нибудь, Тимох, полезное скажем. Я думаю, вряд ли это поможет. Он говорит, здесь дорога была, зимой накатали, говорит. И вот. Ну, это хуйня. Да, Игорь? Это идиота. Я не знаю, выдерем мы его или... Ага, в телегу сразу. Я, говорит, думал, проскочу. Там же, говорит, зимой дорога была. Сейчас ракурс как-нибудь оставим вдвоем. Картину заснять. Thank you.
Так, ну ладно. Сейчас это закроем. 82-й, 82-й, да тут хоть 83-й. Я еще раз повторяю. Я знаю, что нам надо 82-й. Но 82-й, это значит дальше бежать за 75-кой. Вот и все. Дело-то не в 82-м, 83-м или 80-ке. Дело-то в тракториста. Чем больше прибамбасов, как эти говорят, чем дальше бежать за трактором. Лебедки, хуетки и все остальное. Мосты, передние, блокировки. Это просто дальше бежать за трактором и все. Но если там попа, извините меня, то каких там 82-х или каких-то еще? Да, вот цепи ему точно надо снять. Давай, езжай туда, не суйся в этот. В этот. Теперь промеж колеи бери. Дороги там не было никогда, поле. Вон они его и этот рассобачили. Игорек, блядь. Один дурак зимой накатал там дорогу, а второй решил там проехать, блин. Мусорку надо потом будет сжечь нахрен, да и все. Сейчас вывезет, потом сходим. После сухой травы, а то у нас... Не знаешь, где жечь. Пока не будем ничего жечь. Потому что вон ехали вокруг Твери, уже все горит, блин. Так, ладно. А солярка, блядь, с насоса течет с верхних этих двух. Надо сейчас будем снимать. Ладно, смотрите, что будет дальше. Все, поехали.